Мы все время говорим о том, что такое наша мастерская, чем мы занимаемся, о инструменте и о познании себя через инструмент и познание всего вокруг себя. Экспериментировать, искать какие-то новые возможности. И вот этот станок — это такая же одна из новых возможностей. Даже чертежи, которые имеются, они могут подправляться, исходя из конкретно хотя бы параметров человеческого тела, удобства, понимания работы. Для нас это определенное, опять-таки, познание, интерес и эксперимент. Мы с удовольствием поэкспериментировали. Из того, что было в мастерской, как учитель, наш мастер говорил, мастерская должна иметь достаточно изобилия, но тем не менее, когда ты желаешь что-то сделать, есть то, что есть на данный момент. В данном случае, на мой взгляд, очень удачное стечение обстоятельств. В то время с теми учащимися можно было провести такую работу и сделать такое изделие. Деревянные части нами сделаны, металлические части нами сделаны, губки самодельные, барашки, конечно, нет, но подвыкрутим губки, чтобы натянуть пилку. Магазины для ювелиров полны разных приспособлений, инструментов. Вот тебе и связь с современным искусством. Раньше играли на пиле, а мы можем на Слеморке 3 сыграть. Любое мозаичное изображение мы каким-то образом должны собирать и наклеивать на основу, фактически, чтобы оно держалось. И в связи с этим довольно большой объем существует различных мозаик. Нас, как реставраторов, в первую очередь интересует техника маркетри. В переводе обозначает расчерчивать, расчеркивать, размечать. Если мы используем не шпон, а какие-то материалы в виде латуни, кости и так далее. Это будет другой термин – инкрустация. Вот техника, когда наклеивается изображение, именуется маркетри. Ее можно обогащать и инкрустацией, ее можно обогатить и интарсией. Никто не мешает нам сначала приклеить шпон, а потом в него что-то врезать. Реконструкция станка, который использовался для изготовления маркетри. Вещь изготавливалась с нуля. Найдены были схемы, чертежи, и по ним изготовлено изделие. В общем-то, за границей это не какая-то невероятная вещь или не какое-то там эксклюзивное изделие. В России с таким оборудованием почти не знакомы. Некоторые из старых мастеров знают, что это. А мы не только теперь знаем, используем, умеем работать на нем, демонстрируем на разных конкурсах. В том числе возили его на празднование 50-летия пенатов. Девушки фотографируются, садились в Ленэкспо, когда выставляли предметы, и в том числе осел маркетри стоял, но он стоял как, сначала как экспонат, до того, как мы начали мастер-класс проводить. Но девчонки с удовольствием фотографировались. Для них это какая-то некая готическая штуковина, и, наверное, из этих фильмов со всякими страшными пытками или еще чем-то. Присаживались, длинное платье такое до пола. Чертежи мы нашли в книжке Пьера Рамона. Здесь много разного оборудования. В принципе, вот подобный агрегат в книжке с различными вариантами. Ну и тут есть чертежи, по которым можно реконструировать пилу. И то же самое можно увидеть в других энциклопедиях. Это толковый словарь наук или известная энциклопедия Дени Дидро и Жана Д'Ламбера. И в изданиях 1908 года тоже работа инкрустатора. Сидит некий специалист и зажимает деталь, которую обрабатывает лобзиком. В данном случае у нас копия с предмета 1930 года. Подвижная некая часть с закрепленной пилой, она облегчает процесс пиления. Поскольку у нас весь лучок двигается по направляющей вперед-назад без перекосов. То есть по-другому и не получится. Если поставить его в рабочее положение, мы получим инструмент, дающий строго перпендикулярный
запил относительно всего пакета, всего материала, который здесь сжимается. Таким образом, можно пилить сразу большое количество деталей и не бояться, что какая-то из них станет меньше из-за перекосов пилки влево-вправо. Мы его немножко переделали в свойственном нам духе. Чуть-чуть задали пластики и состарили. То, что называется сейчас современным словом «броширование», делается корщеткой металлический. Материал как бы состаривается, как будто бы у него есть вырвы волокон или вот явной становится разница между годичными слоями. Мягкая древесина выбирается, твердая оставляется, остается, и получается такой рельеф. Все это дело обрабатывается красящими составами, морилками, бейцами, усиливается. Это разница еще и вышкуриванием поверхности с продирами, ну и отделочный слой сверху воска с маслом. Придает этому предмету очень такой хороший, добротный старый вид. Вот, вот это создает атмосферу невероятную. Как будто бы есть какие-то сколы, как будто бы. Все сделано специально, чтобы создавалось такое впечатление. Вот у нас сейчас хорошо распиленный материал, имитирующий пеленый шпон. Береза, с которым можно поработать. Зажимается он губками. За счет движения ног мы можем его зафиксировать, также отпускать быстро, снова фиксировать. Это дает нам невероятную мобильность и подвижность материала. Мы можем в любой момент ослабить крепление и поворачивать его. Быстро его фиксировать, перемещать на заданный угол. Может быть, из-за этого его называют «осел Марки 3». Сижу, дрыгаю ногами и еще погоняю. Некое животное. В чем преимущество работы именно на этом станке? У нас есть возможность для разворота крупных габаритных деталей. Используя обыкновенный лобзик, мы не можем этого сделать. А на этом станке можно целый огромный пакет проворачивать. Что, собственно говоря, за границей делают. В школе Буля и по сей день учат работать на таком оборудовании. Ну вот, довольно тонкие работы можно выполнять. Зачастую даже хочется пилку потоньше поставить, чтобы не так бодро происходил процесс пиления. Мы предпочитаем переклеивать все-таки материал. Классическая технология Марки 3. Она получила название Марки 3 Буля. Взяли несколько материалов, выпилили. И можем теперь положить детали из одного материала в фон. За один рабочий проход сразу два готовых наборчика. Многих удивляет, почему он так вот качается. Будет ли это удобно? Всем кажется, что он должен быть жестко зафиксирован, чтобы у тебя не было ни малейшей возможности никуда вильнуть. Но из-за того, что у нас как раз он качается, у нас есть возможность делать развороты, например. То есть я вот когда поворачиваю материал, у меня есть возможность сдвинуть пилку чуть сюда, не останавливая работу. Мне не надо обязательно на центр перемещать материал. У меня всегда есть возможность вот этих манипуляций. Это удобней. И многие тоже забывают, что режущая часть снизу. И когда они пытаются куда-то в бок идти, здесь же не струна натянутая, а действительно пилка очень тоненькая, ювелирная, у которой зубчики снизу находятся. И станок всегда пилит вниз. Остается только вовремя поворачивать материал. Можно перемещать в одну сторону. И когда мы делаем поворот во время работы, подвигать, и вся весь инструмент смещается в правую часть. Этот станок вот в данной комплектации можно было бы разделить, ну, вот как он есть, на три части основных. У нас есть скамья для Марки 3, которая использовалась там до конца 18 века без вот этой части, да, то есть вот только скамья. То есть, которая могла бы служить элементарным зажимом. При этом у маркетриста руки должны быть свободны, чтобы фиксировать материал, держать материал, вернее, и перемещать его. Фиксацию осуществляют вот такие вот губки, зажимы, приводимые в движение ногами. Здесь может быть трос, веревка, пожалуйста. Очень элементарная конструкция.
поджимаем материал, он зафиксирован, никуда не уходит. Соответственно, у нас руки остаются свободными. Можно взять обыкновенный лобзик, либо применить приспособление подвижное, которое изготовили в конце 18 века, и осуществлять, в общем-то, процесс непосредственного пиления материала. При этом сидишь прямо перед материалом, вращаешь его, и он как бы зафиксирован. Это первая часть. Вторая часть – это, конечно же, вот это приспособление. Условно можно назвать лобзиком. Напоминает лучковую пилу, поэтому я иногда и употребляю это слово «лучок», зафиксированной пилкой. Кстати, интересный факт. Лобзик появился во второй половине XVI века. Соответственно, о более ранних моделях не приходится говорить, но о трансформации скамьи в такую интересную модель должно пройти время, и, в общем-то, она произошла. Где-то в середине XX века популярность ручного инструмента упала, и модели такие перестали использоваться. Но вот во Франции, говорят, в школе були до сих пор учат на подобном оборудовании работать. Если посмотреть видео из этой школы, кажется, что это нечто подобное, как у нас, мастерская, в которой все совмещено. Все совмещено, люди обрабатывают дерево, люди набирают наборы, люди, ну, понятно, что делают столярку, облицовку, чеканку, гравировку. И все это как-то вот воедино собрано для того, чтобы получить те самые произведения искусства, которые мы в музеях видим. Хотелось бы, чтобы он как минимум понимал, что будут делать с деталью дальше или как его деталь будет использоваться в дальнейшем. А еще лучше умение сделать вообще целиком весь предмет от начала до конца. То есть взаимосвязи всех деталей, всех специальностей сходятся воедино в конкретном изделии. Третья часть у нас непосредственно такой декоративный ящичек, в котором хранятся различные приспособления, может быть, детальки. Ты пилишь и переклеиваешь пакеты, и собираешь, разбираешь их. И чтобы посередине выпилить какое-то отверстие или узор, необходимо просверлить отверстие в материале, в него пилочку погрузить. То есть тут наличие ящиков облегчает нам работу складировать все эти мелкие запчасти. То есть нет такого, что я вот там, как в старые добрые времена, занимаюсь по одному направлению, и там лет через 10 я стану специалистом. Или, может, через 20 специалистом. И буду прямо вот виртуозом, который выполняет невероятную работу. У нас такой планки нету, потому что мы каждый раз сталкиваемся с необходимостью изучать дополнительную специализацию, дополнительные какие-то материалы. Получается, что ты и резчик, и маркетрист, и обойщик, и полировщик. Это все разные специальности, но они сочетаются у нас. И в данном случае работа, выполненная учащимся Глушковым Николаем, это некий показатель тоже реставрационной практики. Так как не было изделия вживую, которое можно копировать, мы работали по чертежам и фотографиям. Это реконструкция, это одна из реставрационных практик. То есть учащийся на выпуске мог спокойно сказать, что да, я овладел не только восстановлением элементов на сломанных деталей, на предметах мебели, но я еще, например, даже вот могу реконструировать по фотографиям предмет. Не просто как бы показательный такой или, может быть, для выставки, а реально функционирующий. Мы довели изделие до полного функционирования.